И всем привет, с вами Росиксон. В этом видео я хочу поговорить о приложении BirchGate.io. Я расскажу, как скачать это приложение, его плюсы и минусы. А перед ответами на эти вопросы я хочу порекомендовать вам BirchGate.io, которая входит в топ-10 бирж, а именно сейчас находится на 7-м месте и работает более 9 лет. Биржа Gate.io защищает наши средства всевозможными способами, и это первая биржа, которая инвестирует миллионы в фонд безопасности. Что если вы еще не зарегистрированы на бирже Gate.io, то вы это можете делать по моей ссылочке и получить вечную и максимальную скидку на торговые комиссии 20%. А сейчас мы увидим опрос у петербуржцев, что они думают о криптовалюте. Кстати, вы можете задать свой вопрос в комментариях, и если он будет интересным, то я его задам в следующий раз. Кстати, все из опрошенных получили сладкие призы от биржи Gate.io. Спасибо за поддержку. Привет, отвечу на пару вопросов. Ну давай. В чем вы храните свои деньги? Рубли. Есть ли у вас какие-нибудь накопления? Пока нет денег. Как вы относитесь к криптовалюте? Очень хорошо, криптовалюта. Я не пользовал, но слышал, ну хорошо. Спасибо за ответы. Также вы можете перейти в мой телеграм-канал по ссылке в описании. И сейчас скажу, почему я думаю, это нужно сделать. Ну первое, YouTube могут заблокировать, но это как бы все знают. И второе, самое главное, там очень много постов, которых нет в YouTube. Некоторые посты могут устареть даже через 10 минут. Но увидев их довольно рано, можно заработать как и малую сумму, так и иногда большую. В общем, в Телеграме делюсь всем, что делаю. В общем, там довольно интересно, так что переходите. Уже более 216 человек следит за мной. Перейдем же к сути видеоролика. Именно о мобильном приложении Gate.io я обычно пользовался только сайтом, но вот готовившись к этому ролику, я понял, что приложение в целом-то мне тоже нужно. И для многих задач именно подойдет приложение, а не сам сайт. Ну, потому что мне пока идти к компьютеру, его загружать. А быстро тут телефон достал и сделал все, что ты хотел. В общем-то, плюсы и минусы мобильного приложения относительно сайта. Ну, сайт, он на компе должен быть или на телефоне, но на телефоне не так удобно. То есть, грубо говоря, мы получаем мобильное приложение, которое мы можем открывать в любой момент, и у которого такие же возможности, как и у сайта. То есть мы можем отправлять, получать, куда-то стейкинг, в общем, делать все, что угодно. То есть это, грубо говоря, биржа в вашем кармане. Поэтому это очень удобно. Ну, в общем, вывод. Если вы часто пользуетесь биржей Gate.io, то вам просто нужно это приложение. Ну, это логично. Также главная цель мобильного приложения – это быть ближе к аудитории. Телефоны всегда под рукой, а приложение упрощает процесс совершения покупки. Профессор Стэнфордского университета Би Джей Фога ввел формулу любого поступка, состоящую из трех ингредиентов – мотивации, возможности и триггера. Если убрать хотя бы один из этих элементов, покупка совершена не будет. Иными словами, желание купить товар у человека есть. Смартфон с приложением под рукой, осталось только представить триггер. Хорошо заметную кнопку «Купить» или «Зарегистрироваться», чтобы ему было легко ими воспользоваться. Кстати, приложение намного быстрее загружает информацию о товаре и имеет более высокий уровень юзабилити. И кстати, вот тут по поводу третьего ингредиента, а именно триггера. Это может быть и какая-то новость, там, например, Tesla покупает биткоин, как когда-то было. Но будьте аккуратны с новостями и принимайте решения сами. То есть часто новости довольно спекулятивные. И после какой-то хорошей новости это нормально, если проект будет падать. В общем-то, вот так я думаю. Тем не менее, у каждой медали, как известно, две стороны, и не лишним будет ознакомиться с минусами приложения. Хоть их не так много, но про них стоит сказать. И не забывайте то, что я человек, могу ошибаться, у меня могут быть некоторые помарки, так что можете указать мне на них в комментариях, или наоборот в комментариях сказать, какой молодец, я все понял, там, поблагодарить меня. Мне будет тоже приятно. Такс, дефицит места для приложений в смартфонах. К сожалению, многие пользователи скачивают и удаляют приложение в зависимости от наличия свободного места на смартфоне. Но думаю, сейчас это не проблема. Когда у меня только там на одном телефоне 128 гигабайт, мне их хватает. Поэтому, если на вашем телефоне мало места, вам лучше обратиться к онлайн-сайту BirchGate.io. Ну, в общем, такой слабенький минус пока. Я хочу что-нибудь поинтереснее.
Также из-за небольшого размера экрана смартфона-планшета отображает намного меньше контента по сравнению с монитором настольного ПК или экраном ноутбука. В общем-то, несмотря на то, что адаптивный веб-дизайн динамически подстраивается под нужный размер экрана, он фактически уменьшает и перестраивает контент, доступный на рабочем столе. Но это логично, то есть, если вы долго занимаетесь, там, целый день сидите, то лучше, конечно, сидеть за компом. А если вам нужно, ну, за 5 минут зайти, да, другу 3x отправить, это можно сделать в приложении. Короче, как вы видели, минусы есть, но они несущественные. Теперь перейдем к скачиванию приложений. Но это довольно просто. Первый способ. Для скачки нам потребуется сайт Bridgegate.io. Вы можете это сделать по моей ссылке в описании. Далее кликнуть по иконке телефона, как на экране. И тут у вас есть два пути. Либо отсканировать QR-код вашим телефоном, либо нажать Download и скачать приложение. Но также есть и второй способ. Для этого вам понадобится стандартное приложение iOS, App Store. Заходите в App Store и ищите Bridgegate.io, ну, как на экране. Далее скачивайте, и вуаля, приложение установлено, и вы можете свободно пользоваться им. Но сначала вам нужно будет войти в аккаунт, ну, естественно. Так, в этом ролике я рассказал о плюсах и минусах мобильного приложения. Мог что-то упустить, так что если укажете мне в комментариях, то я буду благодарен, или скажете, что как хорошо. Также хочу напомнить, что у меня есть плейлист с Bridgegate.io, где более 38 видео, там очень много ответов на стандартные вопросы. Так что, примерно так. Спасибо за просмотр, там ставьте лайки, все такое. Приходите в мой телеграм-канал, где много всего интересного. Регистрируйтесь по ссылочке на Bridgegate.io, получайте вечную максимальную скидку. Удачи и будьте аккуратны.